Ассаламу алейкум, дай, пожалуйста, на хлеб, а? Я 4 дня не кушал уже. Вы же полюбите, бухать будете, я знаю же вас. Чисто покушать беру, все, я вообще не пью, брат. На, не бухай, понял? Брат, спасибо, брат, считается. Че, брат? Я хочу посмотреть, как ты хлеб купишь. Не, я честно возьму, брат. Ну, я хочу увидеть. Вот, брат, я сейчас пойду хлеб возьму. Все. Я говорю, возьми, подожду. Вот, брат, хлеб взял. Я же говорил, возьму. Я хочу посмотреть, как ты кушаешь. Вот, я сейчас съем его. Откуси, я хочу посмотреть. Че, весь съесть, что ли, мне его? Все, я купил за хлеб. Ну, теперь верю. Кстати, ты сегодня скушаешь все, да? Да, я сегодня скушаю. Приветствую, Ерики. Ваша доля. Ой, ты запарил уже, запарил. Иди отсюда со своей взяткой, а? Подставить меня хочешь? Что вы, Ерики? Это же мы уже родные же, я вас не буду подставлять. Что вы? От всей души. Какое сегодня число? 23 июня. 23 июня? Да. Тогда возьму. Спасибо. Ладно, я поехал. Ерики, подождите. Не уходите, пожалуйста, я сейчас быстренько приду. У вас есть еще один сюрприз небольшой. Подождите. В смысле вы не приедете? Мы же договорились, блин. Он уже взял взятку, он никогда не берет. Вот сегодня взял, но надо прямо сейчас брать. Я ему деньги отдал уже, слышишь? Вот, а полиция, не дозвонишься, не получится сегодня. Почему? 23 июня, у них праздник, день полиции, ты че? А, да нет, я не к ним заберу. Праздник, нет, давай, ладно. А этот, Ерике, конверт можете вернуть? Я перепутал просто. Салам алейкум. Алейкум салям. Брат, слушай, я что-то смотрю, что за фигня, что так все подорожало? Цемент подорожал, металл подорожал, арматура дорогая. Ну, брат, цены не мы ставим, так дорожать, мы дороже продаем все. Нет, ну, в связи с чем подорожал? В связи с чем? Mm-hmm. Сейчас, подожди, я брата позову, он разбирается, хорошо? Ну, давай. Саке, что там, Саке? Объясни, что, почему дорожает у нас? Почему металл, mm-hmm. Да, смотри, я еще раз, многие приходят, так, смотри. Mm-hmm. Во-первых, акции Dow Jones подорожали. Да, акции на Лондонской бирже вообще все дорожают. Озон, знаешь, да, все акции дорожают. И мы от них отталкиваемся, покупаем металл, арматуру. Сейчас вот прямо на глазах у тебя повысилось. Мы тоже повышаем. Куда сейчас на багаж? Ну ладно, он да. Давай, он мешок на салфпойнтер, я сейчас машину подгоню, да? Давай. Брат, ты что, реально в бирже разбираешься? Что это такое еще? Это просто это кардиограмма врач мне отправил, я как будто фондовая биржа, игра цен идет. А так ты вот такие приходят и говори, почему подорожал, хорошо? А просто лепи что? Да, просто лепи, он заберет и все. Так, все, всем спасибо. Завтра всем на площадке увидимся. Что, классно? Говорят, недавно женился, да? Поздравляю. Да, у меня с ним вчера первый съемочный день был. О, молодец, красавчик. Что, пока массовку не планируете? Да не, хотим для себя пожить пока. А что у вас дома сейчас? Кто главный герой? Фу, я, конечно, ты че. Точно? Да. А что у тебя же Алия была, Алия? Да она не подходит на главную роль, она чисто эпизодница. Ой, у тебя что, пополнение было? Да нет, блин, не можем. У нас киноляп за киноляпом, что-то пытаемся. Ты же помнишь, вторую героиню искал, нашел? Да не, пока моя главная героиня не хочет своей роли ни с кем делиться. Вот. И я вообще сам виноват, брат, неправильно изначально сценарий написал. Надо бы сразу на два героя писать параллельные линии. Тупанул я, короче, брат. Блин, героиня моя звонит мне на площадку пора. Нет, ты же сказал, ты дома главный герой. Да, вот ты постановщик. Внимание всем родителям 10 Б. Завтра приедет награждать сам Аким города. Аким, мэр города. Поэтому, чтобы дети были чистыми, поглаженными, идеально в белых рубашках. Будем проверять. Сынок, у тебя завтра важный день, ты знаешь? Стих выучил? Конечно, мам. Ну-ка, повтори. Асыл текті туған, алаш кегін куған. Ой, ты мой умничка. Для награждения приглашается почетный заместитель председателя правления зама по хозчасти КСК Акимата при Гарано, зам 6-го зам-зам-зама канцелярии диспетчера Есмагамбетов Асылбек Жумабекович. Гуля, ты что без настроения? Да я вот с площади иду, с митинга. Что за митинг? Феминисток, вот нас мы все собрались, вот вышли. Мы хотим равноправие свое. Нас быстро разогнали, блин. А, так ты равноправие хочешь, да? Угу. Ну хорошо, давай так. Давай тогда сейчас счет принесут. 50 на 50 оплачивать, да? Равноправие же, давай. Завтра ипотеку надо платить. Тоже половину ты оплачивал, будь добра. С детьми я хочу, кстати, в Египет поехать. Ты что, поедешь? Деньги будут на это? Завтра этот, на СТО поедешь. Сама вот эту вот ходовку, масло, сама этим занимайся.
У нас же равноправие. Если честно, Жан, вообще не понимаю, Варгус, зачем это феминизм? Я просто в Ужирге поехала, просто салют посмотреть. Прикинь, салюта нету, быстро всех разогнали. Данка, может, она у людей кирит пара феров? Нет, мне, Жан, я на работу настроена. Дома дети, тем более. Я дверь закрыл, не спят все. Ну нет, нет, я на работу настроена, не хочу все. Сейчас я настрой перебью. Сейчас пару видео посмотрим, и все, и настрой будет, и все будет. Ты все только пару видео. Давай. Во! Вот такие я стулья хотела же на кухню. Мебельщик уже объясняла, сколько он не сделал нам так вот. Когда они еще со спальни выходили, кровать видел, так тумбочки там были классные. Да, блин, надо сфотать ему. Сейчас я ему сайт покажу, отправлю, скажу, что здесь вот есть. А то он не то совсем делает вечно. Блин, не знала, где показать как раз. Рыночная ситуация. Короче, брат, одна темка есть. В морковь надо вкладываться. Говорят, как биткоин взлетит. Морковь? Да-да-да, тихо-тихо, Илон Маск, есть такой Маск. И картошка тоже перспективный бизнес, но сейчас морковь. Не, а почему так цены взлетают? Говорят, к доллару привязали. Короче, если сейчас той, да? Угу. Если не будет бешпармака, это не зашкварно. А вот если не будет плова, кодолар тұрып қызында ал, скандал мегет кулады кен. Серьезно? Вот это конкретно тебе говорю. Ема, брат, давай тогда двигаться, давай. Син, трешку свою продавай. Я продам свой крузак и бр нормальный район до овощной ошей. Мы же не мультимиллионеры. Давай брынши бр 5-6 килограмм нам поставим, а там видно будет. Это еще картошка тоже перспективный бизнес. Брат, ну машина в хорошем состоянии. Вообще третья машина дома. Жена иногда ездила там, дом, садик, иногда вообще. Пробег не мотанный. Не, ну она не билась, просто шоркалась. Я второй хозяин, все масла фильтра поменял. Расход 16 показывает, но я просто агрессивно езжу и 92. Если 95 заливаешь, то вообще десятку будет кушать. Насчет кондера, он вообще рабочий, просто фреон зальешь и все. Ну что, давай тогда в СТО загоним на подъемник, посмотрим, что там. Вообще смело, смело, братан, конечно. Там же вся днище просто в масле, ничего не видать. Не, брат, Гауружи, это третья машина, просто мы не проверяли как-то. Там просто сальник, наверное, потек и все, там 100 тенге стоит, поменяешь и все. Ерла, что делаешь? Ты что ли обзал? Да я-то цветы хотел, подруга там познакомилась. Фу, братан, бомба, бомба фигура. Вот даже часы специально оригинальные, дорогие купил. А что, прям такая красивая, что ли? Да там, братан, слов нету. Фигура, гитара, братан. Вот и часы соответствующие, дорогие. Фигура, понятно, а лицо что? Е-мое, на лицо забыл, прикинь, посмотреть. На часы подержи, а это. На лицо поеду, посмотрю. Ее фигура. Все потом, караоке поедем потом, да? Все. Динара, какой караоке, вставай, тур. Ты что прям отрасль? Нельзя же так? Со стороны смотрел? Я просто с Абин сижу. Нельзя так со стороны. Знаешь, как смотрится? Динара, вставай, нельзя. Ой, я Пулада, ты что, Динара, завязывай. Ты что прям жабсы вот рвапсом? Ой, привет, как дела у тебя? Ничего, Сабина нормально. Меня зовут. Меня зовут. Караоке Воронзо. Караоке, да, классно. А где тебя работает? Хочешь, да? Да. Я знаешь, как будет смотреть? Ласточка! Да вот, блин, ночью припарковался, видать, неправильно. Ага. И вот, смотри, теперь вот такая картина. Что-нибудь получится вообще? Если не получится мойкой, то я поеду на покраску. Сейчас попробуем сделать что-нибудь. Ага. Все, решил, вот, можете ехать. Ага. Все, отлично. Как вам? Замечательно же. Ну где зима здесь, а ближайшая, не подскажете? В горах. В горах? Все, давай. Вот жарко, да, нынче? Чего так на меня все странно смотрят? Что-то не то, что ли? Просто вот, что во мне не так? Там не жарко. Нет, конечно. Не жарко. Просто спина мокрая, а так ничего не жарко. Как ты, брат? Нормально. Жарко, да, летом? Да. Брат, где морозильник, а есть? А? Есть. Где морозильник есть, не знаешь? Морозильник? Да. Что морозильник? Ну, какой-нибудь большой городской какой-нибудь здесь. Девчонки, не замерзли? Девчонки, не замерзли? Если что, есть куртка. Я, если что, нормальный. Что-то странно, братуха, выглядишь-то. А что такое? Не знаю, что-то в куртке. Ты?
Ты. Oh, my God.